Друзья, у нас паутинник триумфальный. Похож он на такую булочку поджаристую. Гриб лучше белого по вкусовым качествам. И даже с опенком соседним не сравнится. То есть он тает во рту, не дает черноты, отвара не дает черного. Вот такие дела, друзья. И растет он огромнейшими семьями. Посмотрите, какая семья. Посмотрите, какая семья. Вы такое видели? Паутинник триумфальный является одним из лучших паутинников. Он может быть довольно крупным и представлять из себя пищевую ценность. Шляпка имеет желтовато-оранжево-коричневатый цвет, ножка покрыта коричневато-оранжевыми лохматками. Пластинки имеют глинистый цвет. У молодых экземпляров пластинки затянуты паутинкой, поэтому и название у них соответственное – паутинники. Паутинник триумфальный является довольно-таки распространенным грибом, но, боясь спутать его с ядовитыми двойниками, нередко грибники обходят его стороной. И очень даже зря, потому что этот вид паутинника является наиболее вкусным. Поскольку он выбирает заболоченные места, то второе его название – приболотник желтый. Ученые установили, что приболотник желтый является мощным антисептическим средством. Картинариус триумфанс можно жарить, варить, солить и также мариновать. Однако этот вид гриба требует предварительного отваривания. Итак, на полчаса заливаем его водой. После того, как сошла грязь, тщательно его промываем. Затем нарезаем его кусочками. Заливаем его водопроводной водой. Кипятим от 12 до 20 минут. Затем сливаем воду. Тщательно промываем наш паутинник. А теперь заливаем небольшим количеством фильтрованной воды. Ставим наш паутинник на плиту. Добавляем специи. Душистый горошек, черный перец горошком, укроп, соль, а также гвоздику. Проварим минут 5 и начинаем закладывать в стерилизованные банки. Добавим нарезанный на кусочки чеснок. Заливаем банки доверху и закручиваем крышкой. Такой прекрасный осенний день у нас есть замечательная заготовочка из великолепного гриба паутинника триумфального, которую, я надеюсь, мы откроем зимой и побалуем себя великолепным даром леса. Для того, чтобы не ошибиться, нужно знать этот гриб в лицо. Он яркий и солнечный. Хорошего вам настроения!